Чествование сотрудников ГИБДД, показательные мастер-классы для юных северян, демонстрация обмундирования и автопарка окружной инспекции. 3 июля в Ненецком автономном округе прошло торжественное мероприятие, посвященное 85-летию госавтоинспекции. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Когда я еще могу посидеть за рулем машины госавтоинспекции? Сегодня для всех гостей праздника, посвященного 85-летию со дня образования ГАИ, была представлена возможность поизучать технопарк изнутри. Ежегодно 3 июля в России отмечают профессиональный праздник сотрудники ГИБДД, одной из самых старейших служб правоохранительных органов государства. Главная задача госавтоинспекторов – это обеспечение безопасности дорожного движения. В торжественном мероприятии по случаю юбилея ГИБДД и профессионального праздника сотрудников госавтоинспекции приняли участие начальник управления МВД России по Ненецкому автономному округу полковник полиции Максим Кузнецов, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Вадим Соков, председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов и сенатор Российской Федерации Денис Гусев. Официальные лица поздравили сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и вручили награды отличившимся за профессионализм и безупречную службу. После официальной части праздника сотрудники госавтоинспекции организовали для подрастающего поколения различные интерактивные площадки. Дети с младшего возраста должны знать правила дорожного движения и соблюдать безопасность на дорогах. Сегодня мероприятие, посвященное дню госавтоинспекции 3 июля, которое у нас проходит. Вот решили устроить мероприятие для детишек, то есть всякие конкурсы, эстафеты, викторины по ПДД. Ну, выставка спецтехники, еще есть выставка оружия, машинки для детей, то есть велосипеды могут покататься, мотоциклисты. Достаточно большое разнообразие интерактивных площадок и познавательных викторин доставили немало эмоций воспитанникам детского сада поселка Искателей. Сегодня юбилей, 85 лет службе ГИБДД. Мы с воспитанниками нашего детского сада подготовили им небольшой сюрприз, открыточку с поздравлениями. И ребята нашего детского сада нарисовали очень интересные, красочные, яркие рисунки с сотрудниками этой службы. И мы сегодня получили колоссальное удовольствие от того, что дети смогли побыть в и форме сотрудника полиции, да, и посмотреть, потрогать оружие, да, которым они пользуются, попользоваться техникой, да, поэтому мы сегодня получили массу эмоций. Посидеть за рулем служебного автомобиля, покататься на самокате, познакомиться с правилами дорожного движения и поучаствовать в спортивной эстафете, а главное лично поздравить сотрудников ГИБДД с праздником решил воспитанник детского сада Артем Соклаков. Поздравляю с праздником ГАИ. Вот что ты хочешь пожелать? Я хочу, чтобы они были добрые и чтобы они нормально работали. Теплые слова сотрудникам ГИБДД пожелали не только гости праздника, но и их коллеги. В первую очередь хочу поздравить всех ветеранов госавтоинспекции. Пожелать им крепкого здоровья, самое главное, ну, чтобы они знали, что мы всегда о них помним. Молодому поколению хотелось бы обратиться, что постигали знания в целом, в принципе. Для сотрудников это успехов в работе, самое главное, и карьерного роста. Коллектив телеканала «Север» желает сотрудникам ГИБДД дальнейших успехов в несении службы на дорогах Ненецкого автономного округа. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».